Девочки, красавицы, звездочки мои яркие и ясные. Меня слышно? Меня видно? Видно и слышно хорошо. Супер. Откуда будем сегодня с вами светить? Я из Украины, город Сумы. А вы откуда будете светить? Здравия всем, Волынь, Луцк. Супер. Отлично. Пермь, я из Перми. О, Пермь, тоже классно. С Алтайского края. Ух ты, круто. Так, отлично. Ну что ж, это хорошо. Значит, будем с вами сейчас расширять свое пространство для того, чтобы как можно больше охватить своим сиянием. Вы уже не первый раз это делаете. Я вам расскажу, что большая звездочка – это не просто какая-то практика энергетическая, это практика защиты. Да, мы выстраиваем вокруг себя сферу защитную, которая одномоментно не только вас защищает, но и очищает и структурит пространство вокруг вас. И в практику, которую провожу я добавила род для того, чтобы усилить эту практику, да, вот родовой энергией. Мы с вами состоим на 50% мама, 50% папа. И если мы активируем себе эти информационные гены, то всегда идет намного лучше и больше энергии. И сейчас мы с вами будем делать эту практику. Закрывайте глазки. Садитесь поудобнее. И начинаем медленно, спокойно погружаться в эту практику. Медленный, спокойный вдох через нос. И спокойный выдох через рот. Выдыхаем все напряжение, все мысли ненужные из нашего тела, из нашего сознания. Снова медленный, глубокий вдох. И выдох. И еще раз медленный, глубокий вдох. И выдох. Представьте, что вы стоите босыми ногами на сырой матушке-земле. Вы стоите повернуты лицом к восходящему солнышку. Вспомните в своей жизни самый классный, самый красивый рассвет, где вас переполняли чувства. Возможно, это был ваш выпускной. Возможно, встреча рассвета с вашим любимым человеком. Возможно, еще какие-то моменты, которые эти знаете только вы. Вспомните этот рассвет. И вспомните те чувства, которые вы испытывали там. И снова сделайте глубокий вдох. Выдох. Проговариваем с вами такие слова. Я обращаюсь ко всей Вселенной, и на каждом моем вдохе спереди я вдыхаю, принимая на свое физическое тело свет, удачу, успех, благополучие, радость. Чувствуйте каждую энергию, которую произносите, вибрацию слов, развитие, изобилие, материальный достаток, хороший вкус, целеустремленность, понимание, чего я хочу и как к этому прийти.
новые интересные идеи и новые интересные люди. Быстрое решение всех моих вопросов самым наилучшим образом для меня и для всего окружающего пространства. Жажду к знаниям, искренность и доверие внешнему миру. И делаем несколько глубоких вдохов и выдохов, вдыхаем все эти энергии, принимаем свое физическое тело каждой клеточкой, каждым атомом, эти вибрации принимаем. А на выдохе взамен посылаем как можно больше божественного света и света любви своего сердца. И чувствуйте, как эти энергии с каждым вашим вдохом и выдохом встраиваются в ваше физическое тело. А на выдохе вокруг вас начинает образовываться сфера из божественного света и божественного света вашего сердца. Любовь вашего сердца вибрирует и начинает вокруг вас образовываться сфера. Вдох, выдох, прочувствуйте эти энергии, да, вот какие они для вас, все ли энергии вы принимаете, все ли энергии заходят вам легко. И благодарим Вселенную за все, что сегодня мы имеем. На каждом моем вдохе справа я принимаю на свое физическое тело гармонию, мудрость, яснознание, яснопонимание, яснослышание, ясночувствование. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего сердца, божественный свет, идущий сквозь мое сердце. И свое благодарю Вселенной за все, что я имею сейчас. И вдыхаем справа все эти энергии. Чувствуйте, как они вокруг вас встраиваются. Встраиваются внутри вас, в каждую клеточку, в каждый атом. А взамен вы посылаете как можно больше любви из своего сердца. И представьте, что рядом с вами справа стоит ваша мама, а рядом с ней стоит ваш папа. И вдыхая все эти энергии, вы вдыхаете сквозь них, и они усиливаются энергиями любви ваших родителей. Они вас наполняют своей любовью. А взамен вы посылаете божественный свет любви своего сердца своим родителям и во Вселенную. И благодарите за все, что есть в вашей жизни. Благодарность родителям равно благодарности Вселенной. Через них вы пришли в этот мир. Это ваши проводники. И если мы им не благодарны, у нас в жизни случаются неприятности. Поэтому принимаем и благодарим наших родителей за то, что они есть, потому что мы сами их выбрали. И чувствуйте, как вокруг вас с каждым выдохом выстраивается сфера из божественного света, божественной любви вашего сердца. Чувствуйте, как вокруг вас эта сфера усиливается. На каждом моем вдохе сзади я принимаю бесстрашие, смелость, уверенность в себе, отвагу, убедительность, безучесть,
честность, правдивость, целостность, справедливость, аккуратность, чувство защищенности и опоры, способность различать истину от лжи, осознание себя вольным, свободным. И на каждом выдохе через сердце посылаю свет любви своего сердца и свое благодарю Вселенной. И сейчас представьте, что за вашим левым плечом выстраивается род мамы. За вашим правым плечом выстраивается род папы. И с каждым вдохом и выдохом ваша энергия и поток усиливается вашим родом. Вы вместе с тем, что просите, получаете знания и тот опыт, который вам нужен, чтобы выжить сейчас. И вы берете только то, что хотите. А на выдохе вы благодарите свой род и благодарите Вселенную за все, что сейчас получаете. И наблюдайте, как вокруг вас с каждым вдохом и выдохом растет сфера, защитная сфера из света и божественной любви. И эта сфера не только защитная, она трансформационная. Она просто растворяет все негативные энергии вокруг вас, структурирует их, повышает вибрации. И прям чувствуете, как вокруг вас пространство становится чище, сильнее, ярче, насыщенней. Вокруг вас появляется то пространство, которое защищает вас от низких вибраций. На каждом моем вдохе слева я принимаю любовь к себе. Сделайте глубокий вдох, да, принимайте. Вот все, что идет слева, это связано с любовью. Радость, счастье, веру в себя, надежду, преданность, нежность, доброту, хороший вкус, целеустремленность, теплоту, заботу, милосердие, умение чувствовать и выражать свои чувства, понимание того, чего я хочу и как к этому прийти. И только с открытым сердцем можно понять, куда двигаться, для чего это нужно именно вам. И важно принять эти энергии для себя, чтобы знать, в какую сторону идти, что мне нужно. Умение чувствовать и выражать свои чувства, понимание того, чего я хочу и как к этому прийти самым наилучшим образом и для окружающего пространства. Принятие людей такими, какие они есть. Принятие себя таким, такой, какой я есть. И на каждом выдохе через сердце посылаю свет любви своего сердца и свое благодарю. И принимаем энергии слева. Разрешаем этим энергиям войти в каждую клеточку нашего тела, в каждый атом, наполнить их высокими вибрациями. Растворить все негативные энергии, которые есть в нашем теле и в нашем пространстве. И взамен выдыхаем как можно больше любви своего божественного сердца, божественного света, идущего через наше сердце. И увидьте, почувствуйте, как вокруг нас
выстраивается сфера. Чем больше людей сейчас делает эту практику, тем больше усиливаем мы друг друга. И сейчас каждый из нас соединяется с собой своими полями. Каждый из нас дополняет друг друга. Каждый из нас расширяется и принимает как можно больше в свое пространство энергии, любви, света. И каждый из нас очищает пространство вокруг себя, повышая вибрации. С каждым вдохом и выдохом все наши рода объединяются и наполняют наше пространство своей энергией. И сейчас увидьте перед собой, слева и спереди себя, ваших потомков. Возможно, вы их не всех и знаете. Но род точно знает, кто принадлежит ему. И с вашим вдохом и выдохом вся энергия, идущая со всей Вселенной и от ваших родов, передается вашим потомкам. Вы очищаете пространство вокруг себя и наполняете своих потомков энергией вашего рода. Ровно настолько, настолько каждый из них готов принять эту энергию. Потому что энергия рода течет к нам всегда, но не каждый из нас готов ее принять в том объеме, в котором она течет. Разрешая себе и принимая свой род, вы принимаете все блага мира, все блага Вселенной. И сейчас делаем вдох, выдох. Посмотрите вокруг вас, что вы чувствуете. И идем дальше. На каждом моем вдохе сверху я принимаю божественную энергию любви, божественное знание, божественную энергию созидания и творения, божественное творчество, помощь Бога Творца, Всевышнего, Вселенной, поддержку Бога. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную божественный свет любви своего сердца и свое благодарю. И поднимите руки вверх, разрешите этому потоку мягко и нежно втекать в ваше пространство, заполняя каждую точечку, каждый атом вашего тела. И на выдохе взамен вы посылаете божественный свет любви своего сердца и наблюдаете, как вокруг вас вырастает сфера. Еще больше она усиливается каждым из нас. И мы соединяемся этими сферами, объединяя свои энергии. И чувствуйте, как наши рода радуются за то, что вы работаете именно с этими энергиями, что вы пригласили их в эту практику, что вы помните об этих предках, которые есть у каждого из нас. И, возможно, эти рода даже между собой пересекаются. И сейчас каждый из нас посылает то, что он хочет. Каждый род радуется за вас. Делаем вдох, выдох, принимаем эти энергии и посылаем взамен как можно больше энергии, божественной энергии, идущей через ваше сердце, расширяя ваше пространство, раскрывая его для принятия новых энергий. На каждом моем вдохе снизу я принимаю могучую энергию Земли, могучее здоровье, смекалку, терпение, невероятную помощь предков,
умение слушать и слышать. И на каждом выдохе через сердце посылаю во Вселенную свет любви своего божественного сердца и свое благодарю Вселенной за все, что я имею. И делаем несколько глубоких вдохов снизу. Принимаем через стопы энергии Земли и энергию наших предков. Мы, энергия наших предков, представьте, через наши стопы поступает к нам. По левой ноге маминой род, по правой ноге папин род. И объединяя энергию с нашими крыльями, за левым плечом мамин род, за правым плечом папин род, почувствуйте всю мощь всех предков, которые сейчас выстроились вместе с вами. И по вашему дыханию наполняют пространство вокруг вас, очищая его, структурируя, наполняя высокими вибрациями. Почувствуйте, что вы никогда не бываете одиноки. И сейчас, когда вы пригласили предков и весь свой род к себе в практику, почувствуйте, как ваши предки и род радуются, что они могут вам помочь, что они могут вместе с вами участвовать в этой чудесной практике очищения пространства от негативных энергий. Делаем вдох со всех сторон, выдох во все стороны, вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Прям наблюдайте, как вокруг вас усиливается эта сфера из света, из безусловной любви Творца, Вселенной. Осознайте свое величие, насколько вы ценны для Вселенной, насколько каждый из вас ценен для своего рода, для своих предков. И только через ваше дыхание происходит трансформация всех негативных энергий вокруг вас. Почувствуйте, как вокруг вас усиливается свет, как ваше сердечное пространство раскрывается, впуская мир, любовь в свое сердце. Продолжаем дышать и проговариваем. Я есмь свет и любовь. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Я наполняюсь радостью и удачей. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. В моей жизни все в норме, в меру и вовремя. Я люблю жизнь, жизнь любит меня. Вселенная ко мне благосклонна. Я люблю людей, люди отвечают мне тем же. Я живу в потоке живого времени. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Почувствуйте, как вокруг вас энергия сияет, как внутри вас зажигается ваша внутренняя звезда, ваше солнечное сплетение приобретает форму сияющей звездочки, которая напрямую связана с энергией Творца. Почувствуйте, что между вами и Творцом никого нет. И ваша сияющая внутренняя звездочка – подтверждение этому. Вдох со всех сторон, выдох во все стороны. Почувствуйте тепло во всем вашем теле. Почувствуйте то, что вы в безопасности. Осознайте, что Творец вас любит, что вас любит Вселенная, что вы ценны для этого мира. И снова делаем вдох, выдох. И возвращаемся внутрь себя, там, где горит
сияет, переливается ваша внутренняя девятиконечная звезда. И возвращаемся в то место, где мы встречаем самый яркий, самый классный рассвет вашей жизни. Почувствуйте, насколько вы изменились. Осознайте, что вы сияющая звезда. Вы искра Творца, которая прилетела на Землю, чтобы сиять. И делаем вдох, выдох. Возвращаемся в здесь и сейчас. Открываем ваши чудесные глаза. И оставайтесь в этом состоянии, в осознании того, что вы не один и не одна, что все рода с вами, и каждый член вашей родовой системы готов всегда помочь вам. Вам просто нужно обратиться к ним за помощью. Потому что родовая энергия принадлежит вам просто так, по праву вашего рождения. И на этой благостной ноте мы заканчиваем с вами практику. И я хочу напомнить каждому из вас, и кто будет смотреть это в записи, что сейчас открыта акция на разборы, на восстановление родовой иерархии, для того, чтобы вы получали все, что вы хотите в вашей жизни. Условия акции будут написаны под видео. Читайте, обращайтесь напрямую, если захотите узнать более подробно. Буду благодарна каждому из вас, если вы дадите обратную связь. Насколько вам удалось соединиться с родовой системой? Как вам понравилась или не понравилась практика? И приглашаю вас в следующий вторник снова посиять вместе. Потому что кто, как не мы, с вами будет наполнять Землю светом и любовью? Только мы, живые люди, у которых есть искра Творца. Если хотите дать обратную связь, можете включить микрофон. Если хотите задать вопрос, то же самое, можете включить микрофон. Благодарю, Оксаночка. А я хотела уточнить, а меня слышно было в начале практики Алена из Беларуси? Я говорила. Из Беларуси, что... да, я услышала. Вы одновременно с кем-то говорили, но я услышала, что из Беларуси. Это классно. Благодарю. Да. Беларусь, это классно. А вы из какого города там? Я просто не расслышала. Я не говорила, из Гродно. Беларусь. А, Гродно. Я просто услышала Беларусь, да, но не услышала, что Гродно. Я его и не просто, было. Просто последнее время мне так я стала замечать, что меня не видно, не слышно. Вот хотела проверить. Ну, смотрите, даже то, что вы одновременно с кем-то начали говорить, и как бы вас было слышно, но вас как бы перебили. Это, да, тоже есть такой момент. Обратите на это внимание. Если вы уже отслеживаете. Да, отслеживаю. Благодарю. И в практике Перед кем боитесь проявляться? Не знаю, просто во сне приснился сон, что у меня вот на спине кто-то вот висит, и мне так тяжело, я оборачиваюсь, ты кто? А он говорит, тебя не видно. Ну вот я шлифовала, работаю пока над этим. Ну, работайте. Благодарю. Хорошо. Благодарю за обратную связь. Отличная практика, благодарю. Я в полете. Благодарю. Все, благодарю, благопринимаю. Благодарю за обратную связь. Да, благодарю, Оксана, тоже просто чувствовала вот эти вот вибрации, настолько ощущение такое было, ну, обалденное, благодарю вас. Класс,
Род, прочувствовали род, родовую энергию? Да, просто вот вибрации вот эти вот до сих пор еще я их чувствую, идут по руках, по ногах, по телу. Отлично. Принимайте их, разрешайте, чтобы они у вас были. И благодарите род, он всегда с вами. Да-да, благодарю вас. Хорошо. Оксана, я сегодня несколько раз что-то выпадала, как бы отключалась почему-то. Отключалась в смысле засыпала? Нет, не засыпала, а какие-то мысли вдруг появлялись, что-нибудь. Угу. А какие мысли? А мысли, вот с дачей у меня мысли, надо продать, что я от этой уже дачи устаю. Ага, смотрите, расслабиться не можете, вся в напряжении. Да, в напряжении очень чувствую. Просто надо подольше подышать перед практикой, перед любой, продышите подольше, да, чтобы выдохнуть вот это напряжение. Тогда вы сможете погружаться глубже. А сейчас вы все в голове, такая активная, активная. Мозг вас во все стороны теребит. Это тоже. Надо ему сказать, подожди, я сегодня практику делаю. А так практика очень сильная, хорошая. Прямо она. Вот когда голова у меня чистая, ничем не занята, вот тогда я прямо ощущаю очень хорошо. Аж энергии разные идут. Легкая и потяжелее, разные идут энергии. А сегодня выпадало. Ну, продышаться – это одно. А если отслеживаете тяжелые энергии, просто пронаблюдайте, на каких именно энергии у вас тяжесть. И потом поразбираться с этим, почему именно эти энергии тяжелые для вас, что вы не принимаете. Потому что даже когда-то вот из опыта, да, на практике звездочка, девочка делала, и на энергии успех у нее вообще паника поднималась. Потом выяснилось, просто она боялась успеха, проработали, и все нормально. То есть это очень мощная энергетическая практика, она, вот видите, еще позволяет протестировать себя. Чувствуется, что очень мощная. Благодарю, Оксана. На благо. Хорошо. Благодарю всех за участие, что вы нашли время посвятить вместе с нами, да, посвятить, посиять. И приходите в следующий вторник, будем с вами сиять дальше. Мы же с вами волшебницы и волшебники. Поэтому всем до новых встреч. Кстати, завтра, девочки, может кто-то не слышал, завтра в 8 часов будет практика в чате диагностик, расширение, расфокусировка и диагностики тоже будем проводить. Поэтому присоединяйтесь, если кто хочет. Оксана, вот я еще хочу... У меня что, дача-то засела в голове, вот в эти выходные была, и меня вот кто-то напугал там. Кто, даже не знаю. Была на участке, в общем, какой-то как такой вдохи такие, и как у меня рядом овраг с огородом-то, и ветки ломался вот так. Я пошла к соседям. Сосед пошел со мной. И мы с ним все обошли, но нигде даже трава не примята, ничего. Вот, ну, я говорю, ну, видать, надо продавать, потому что, говорю, меня уже пугать тут начали. Почему пугать? Возможно, вам хотят о чем-то сказать. Обычно, ну, с тонким миром, как спрашивают, ты кто? Ты кто, да? А что боитесь? Что самого страшного будет, когда? Ну, я вроде и не боялась, но думаю, может быть, медведь. Но опять медведь по-другому ходит. После думаю, может быть, кабан. Ну, сосед говорит, нет кабанов. Ну, может быть, у нас, говорит, давно не было кабанов. Может быть, появился кабан. Я думаю, он бы мне в огород ко мне вышел, потому что у меня соврага-то не загорожен ничего. Танечка, приходите завтра на диагностику с этим вопросом. Приду. Посмотрим, что там у вас. Ну, хорошо. Да, ведь в диагностике можно поставить любую фигуру. И узнать, что она транслирует. Что это такое? Да. Уже второй раз вот так вот.
Ну, значит, какая-то информация к вам идет, просто вы ее не понимаете. А вот через диагностику это можно узнать. Угу, хорошо. Все, благодарю. Благодарю вас. Всем всех благ и до встречи.